Вот такой освежающий напиток из розовой акации. Очень легко приготовить. Если вы возьмете 1/3 сока, я уже отсюда взяла апельсина, нужно вылить сюда. После этого, хорошо пожмакав листья акации, на самом деле она называется не акация, она называется робиния розовая. Вот она. Вообще стараемся собирать полураспустившиеся цветочки, а не полностью. Хорошо пожмакав, перетерев хорошенько с акациевым медом на 1 столовую ложку вот сюда. Добавляем и оставляем где-то на сутки. Все. Потом прикладываем в холодильник, добавляйте такой напиток. Все это настоится, кислота, вот это нам даст витамин С. И здесь флавоноиды, танины, эфирные масла, которые так необходимы для красоты и похудения. Ни в коем случае не добавляйте сахар в холодильничке. Из холодильника вытаскивайте, добавляйте лед, пейте, тонизируйте себе. Вы можете процедить, а можете вот так. Я люблю вот так вот пить. Мне так красиво, эстетично и очень-очень полезно. Так что собирайте сейчас робинию белую, а также желтую и розовую. Из белой делайте напитки и отвары, из розовой, из желтой. Вообще замечательно для почек. Пока-пока. Еще будем разговаривать об акации. Я к этому еще вернусь. Будьте здоровы, не болейте. И вот такой вот напиток, который отлично сжигает жиры благодаря витамину С и благодаря вот этой вот замечательной робении, великолепно выводит все лишние жиры. Но для того, чтобы худеть, девочки, необходимо следить за своим питанием. Одно дело, если вы кушаете, постоянно жуете, у вас во рту перекусы. И другое дело, когда вы строго по расписанию кушаете. Ничего лишнего. И никаких лишних калорий. Будьте здоровы. Пока-пока.